Вот так вот, вот течение валит, будь здоров. Дерево роскошное, я тут над ним стою. Вот, поклевки идут в кроне деревьев. Ну, правда, такие рыбки до килограмма, не сильно крупные. Хотя где-то я тут при подходе видел пару рыбок неплохих. Вот. Ну, в данном случае вот, если увидишь, что что-то вот оно посмещается, так это на перспективном, потому что на форварде, ну, ребята, за кроной вот этого дерева видеть рыбу, она там спрятана в ветвях. Это я просто скребусь по веткам. Вот, на таком течении. И как бы получаю зубастую поклевку. Ну, пусть рыба не сильно большая, но вон есть, вон пошла. Вон одна, вторая. Вот, вот нормально. Как раз там у меня сейчас где-то в этом месте проводка. Конечно, на такой струе абсолютно точно попасть в рыбу нереально, это не озеро. Вот. Ну, несколько рыб я уже поймал. Вот. Отпустил благополучно на офсете, так что тут у них без травм, без ничего. Нормально возле глаза вылезает и все. Вот. Две рыбки прошло. А мы двигаемся дальше. Вон над под веточкой спряталась рыбка, видно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вон она маячит. Очень даже и неплохо. Вот она. На краешке. Ее видать. Вот она там спряталась и дежурит. Потому что иначе сейчас снесет. А одна где-то там в чистом поле пытается. Вот не по веткам пошел. Вот кого-то несет по течению. Вот. Ну ладно, я, чтобы вас не задерживать, выключусь и сделаю очередной заброс. Ну и приложу фото с уже пойманной рыбой. Вот. Буду, потому что рыбачить в перспективе, мне так точнее, куда бросить. Но видно, где она там пробирается сквозь ветвей. Туда и забрасываю приманку.